возвращаемся. О, мимо. Мимо. Слышишь, я не успеваю за ним. Пошел на другой круг. Не дал ему корма. Это получается как... Он его... Пикирует, наверное, штуку. Три недели, и боюсь, готов. Теперь у нас появилась новая форма рандеву. За три недели готовый лидер должен быть. Готов. Да. Прикорма какой. Продукт Зен. Ну, даже птицу за три недели можно натренировать, да? Давай. Пошел на захват. Что-то его не интересует приманка. На улицу пустились. Наверное, уже накормленный. Что-то на камере не вижу его. Он там вот летает. Потом увидишь. Я на камере. Ну, притянем на камере. И клетка с кондиционером. А что, ему 20 минут и опять машина с кондиционером? А что? Все условия для работы. Мимо, спикировал, но мимо. Типа ему ничего не надо. Если бы я бы такой... Ты что, съел? Не поймал. Не съел? Нет. Не может спикировать, не ловит. Что за фигня? Разозлиться сейчас? Опа! Ой, как красиво! Присядь, я думаю, в лоб. Да, да. Он низко, 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 да. Ну, в главной роли, понимаешь, Миш? Опа-па. Блин, он так еще не устал. Дорогой, рука устала. Опа. Он что-то хочет. Однозначно. Миша почти как в глухаре. Да. Пусик хочет водочки. Он уже все меньше и меньше круги делает. Он уже разозлился, понимаешь? Вау! Вау! Ай, молодец! Ай, кеши, кеши! Какой же ты молодец! За крылом эти чужие. Мое! Не отдам! Maybe a rabbit. A falcon will never bring the food back to you. You must get your falcon before she's gonna eat your food. She's not gonna share it. Значит, сожрет. So like now she's eating, but I want to get food to feed my family. Нормально. So I've got some more food because I want to share it with you to feed my family. Человеческое. Safely back. She's not gonna go for that holiday to Oman. So she'll go back home with me, and she'll be back on duty again tomorrow. And what she's eating now is quail. It's a delicacy. You go to a restaurant and it's quail on the menu. It's normally a fancy restaurant, so it's good food. She's getting. And she's eating now roughly about 10% of her own body weight. That's like me eating an 8-kilogram T-bone steak. In 5 minutes. So it's a big part of the body weight that she's actually eating now. Kitty cat. So look what she's doing now. She's opening wings. She's hiding the food. So now she thinks one of you might want to come steal her food. So she's trying to hide it away, protect it. Пугает.